Понимаешь уже? Ты не можешь здесь, блядь, ты люди хватит. Смотри, блядь.
хлопці, джой. Аванс я не получал уже давно. Вчера, говорю, пошел, нам все равно жрать нечего. Он последний уровень мышей воробей дает. Саня. Вечером, да. Сейчас деньги придут. Эдику я пошел уже. Сам. Нихуя. Утром, говорит, дам. Утром пошел, нет опять денег. Ебаный уже такой. Воробя засылай. Иди, Саня, скажи это. Санька уже. Он говорит, может сегодня, может завтра, может после праздника. Охуеть. Это... В школе учился, человек может, блядь, без еды прожить долго, но без воды долго не проживешь. Блю, никогда такого не было. Я ни один раз такую работу не попадал, ни разу кидал его. Да, чего я? Какой в беде мы, понимаешь? Ничего нам не дают, ни хрена, ни зарплату, ничего. Человек один тут в беде, понимаешь, и... Я не могу его бросить. И вот не могу, блядь, я приехать, ты понимаешь? Знаешь что? Если домой приезжаю, то я устраиваюсь на работу дома. Я плевал на все, понятно? Хочешь меня выгонять, я у мамы буду жить, ты поняла? Если выгонишь, я у мамы буду жить, поняла? Ладно, не буду разговаривать, пока. Это нахуй свою линию гнуть. Мы то ли в Москве находимся, то ли в какой-то, блядь, я не знаю, блядь, где. Сука, опять проблема, и этот, блядь, с тюрьмы приперся, блядь. Ну, блядь, сколько раз пиздил его, блядь. Да брат есть такой уже, блядь. Брат такой, по которому 30 лет, ему возраст, он ни разу не имел трудовой книжки. Один раз, один год у меня с женой пропил сарая дрова. Вытащил, блядь, сарай дрова и угнал, падла. И упиздил, пиздил. Я потом палас не мог отмыть от крови. Поддал я, блядь, со зла, думаю, так я буду, блядь, горячей. Пришел он домой, пьянок. Так отпиздил его, блядь, ушел. Синяками ходил весь, блядь. Нос ему сломал, еще что-то, блядь. Понимаешь, бью, не могу остановиться. Я дрова, блядь, тут руками зарабатывал, блядь. Зима, мне топить потом нечем остается, понимаешь? Выгнал его с дома. Думаю, ну, падла, будешь когда пить, когда я отравлю тебя, блядь. Нагрых, блядь, возьму душу. Не дала, блядь. Травить его. Тебе легче убить, Саня, чем покормить. Так. Я знаю, не учи меня, дядя Вася. Не учи меня. Вот это... Все.
Ты успокойся, в самом деле. Смотри, ты вместе? Да. Против? Нет. Ну, против. А мы тогда это будем на коляске и обью вас об меня. Ну давай. Ладно. И чё нам отдать? Не мешай мне. А я сейчас от своего скину к ебаной матери, чтобы он не мешался мне. Никогда. О, как мне надо никогда. Все, хорош, блядь. Не хотите играть? Давай, жми, блядь. Хочу посмотреть. А вы знаете, какой суперприем к ликовщине? Пошел вон. Куда вон? В какой вон? Одна штука поднимается, что ли? Ничего не понимаю, какую прилепить. Вот это. Да нихуя не надо пускать. Чего такое? Вы меня арестовали, что ли? Нет. Время вышло. Вы оба проиграли. Дима, ты уже там без работы, по-моему, умираешь. Так что спускайся вниз, сейчас я тебе быстро оформлю это дело. Видишь, здесь стык, колесо как идет. Оно вот-вот сойдет с рельс. А сойдет с рельс, это целая дилемма, чтобы чем далее я здесь работаю, тем более я в долги, они более, ну, я на боль на них зарабатываю, да? Как в рабство попал, да? Это хуйня уже получается, да? Вот 4 дня вагона не было, никто не вспоминает о нас. Как вагоны, сразу заботятся, блядь, о нас. Ну как я поеду? Не могу я, блядь, бросить его, понимаешь? Ну его не могу бросить, этого дурака, блядь. Ну приезжай, потом приедешь, блядь. Ну как я приеду? Если я уеду, я вообще не приеду сюда. Я не знаю, как ему сделать паспорт. Он сам не старается, понимаешь? Саня, вот когда тебе будет плохо, ты потом поймешь, что паспорт нужен. А знаешь, без паспорта плохо. Я уеду, я возьму паспорт, я уеду. Ну ты-то куда денешься потом? Без меня пропадешь. Фу. Ты заклишься когда-нибудь с пьяной рожей, а, своей? Да при чем пьяный, блядь? Да при чем, блядь? Ну, слыши, ты так и будешь бомжом, понимаешь? Бомжом будешь, понимаешь? Саня, я тебе об этом говорю. Почему тебе это не нужно?
Слушай, еще раз ты слово паспорт скажешь, блядь, я тебе глотку закну. Это не мои проблемы, мне похуй твои проблемы. Я тебя последний раз спросил, нужен тебе паспорт? Нет. Ну все, ладно. А давай придем уж на другую тему. Давай на какую? На другую. Какую? Давай на какую тему? Саня, тебе сколько лет? 19, да? Тебе 19 лет, Саня? Ты не можешь... Ну, погоди, паспорт... знаешь. Да ёб... Ну, хуй, паспорт тебе не нужен, да? Ты, блядь, идиот ты, что ли, блядь? Я, может, а потом скажу. Когда потом? Да когда пошел потом? Ты, блядь, в баню, блядь. Я тебе говорю, что а ты как общинку горох, блядь. Ну, я хуй-то я тебе думать, блядь. Если, блядь, даже я поддатый, блядь, и то думаю, блядь, как тебе паспорт добыть. А ты я об этом, блядь, вообще не думал. Да хули, как его добыть, блядь? Как? А знаешь, я тебе опрощу. Ну и как? А да вот ты примерно нашел паспорт, да? Ну. Я туда свою фотографию склеил, блядь, и все. Ну тебе это нужно новое делать. Тебе похуй это паспорт, да? Какой похуй, ты идиот, что ли? Ебал, загнись лучше, там лежи, блядь. Ну а что ты на меня орешь? Я про тебя правду говорю. Не хочешь, не надо, не бери свой паспорт. Только потом тебе будет туго, ты потом узнаешь. Ебало, загнись. Он тебе еще... Я надоел уже, блядь. Вдал в лоб, блядь. Как нажрется, сука. Свинья паршивая, блядь. Да ебало тебе в рот. Не знаю, домой ехать, не ехать. Блядь, деньги пока есть на дорогу, ёб народ. Доехать до Тулы. Чё она скажет, блядь, понимаешь? Можно не ехать. Ждёт, не ждёт, блядь, я хуй узнает. Или я здесь напьюсь, нахуй, в жопу. Или, блядь, я, блядь, уеду домой. Что-то одно. Воробей! Вырубай, нахуй. Если, блядь, нахуй, настроюсь, нахуй. Ну, возьмите, пожалуйста. Пока дети есть, чтобы ехать на дорогу. Ёбаный лоб. Ну, отвечай. Катя, возьми телефон, это вон. Блин, ну возьми телефон. Сказал где-то? Катя, возьми телефон, это он. Алло. Алло, кто это? Нет, нихуя гудки. Вообще, что это? Москва. Номер занят, нахуй. Ладно. Чё, подожду, номер занят, нахуй. Хуя, блядь, вы разговариваете, нахуй, с кем-то, блядь, пидорасы. Я ебал. Такое отношение, блядь. На у тебя ножки. Блять, порвал, да. Тряпку надо было оплыву найти.
Больше туда звонить не буду. Ебалый в рот. Больше не буду звонить. Это не первый раз, да. Это, блядь, ругал, сколько раз возвращался. Не вернусь из-за этого раза, блядь. Никогда не прощу, но. Сань, дай я вот тебе. Так, последний номер какой? Сань! Там его нет, номер. 919. Последний 99. Ну да. Что? Ирин! Видишь, они нам обещали деньги, хотел что-то урвать. Прикинь, я тут даже одеться не могу, мне ж хуже, чем тебе, правильно? Я не знаю, вот сейчас опять у нас плохо, блядь, нихуя не работаем, говорят, фирму могут вообще прикрыть. Я жду, хоть были хоть 10 тысяч дать бы, понимаешь? Умотать. И то хорошо, я хоть оделся бы, блядь, к зиме нихуя нет, ты понимаешь? Если денег не дадут, первую халтуру 1000 рублей и домой нахуй, как бомж нахуй. Что смеешься, блядь? Ты печку-то хоть топишь, а? Да умывайся, что ты, ёб твою мать, вот грязный, что же как бомж, ёбаный в рот. Заебал, умывайся, блядь. То, блядь, уже скоро, блядь, тут уже все носки разорвал на этой работе, а толку не заработал. Заработал, знаешь сколько? Знаешь, сколько заработал, а толку нету, 40 тысяч. А не могу никогда хоть, не могу половину даже хоть получить, ты понимаешь? И здесь все пацаны так вот сидят. Нас осталось всего 6 человек. Что ты смеешься, блядь? Тебе там тепло, блядь, тут мерзну, как падла. Да не, жарко. Ладно, Ирин. Главное, что ты в настроении. А я ты трубку не берешь, я, блин, плакал, потом охренел, блин, ночью не спал, блин. Может, вообще все, пиздец. Расходимся, нахуй. Да я знаю, опять за мной побежишь, блядь, падла. А то опять к маме уеду. Любишь, блядь? Ну ладно, ничего. Ну хорошо. Я тебя тоже люблю. Соскучилась? Ну ладно, ладно, чешется, видать. Ну ладно, потом почешу, приеду. Если выживу. Ну ладно. Ничего, я не буду сейчас стараться, ладно. Либо жива. А какого хуя ты туза дал, слышь, что? Почему туза? Мне говорит. А ты чего дал? А, давай. Сука! Что за карта, а? Я, причем, 7. Дам, нету тебе дам. Позорную, на, возьми. Ну, сука. Так. А у короля пожалел. Ну, ну тварь, сука, а. А у тебя есть еще десятки? А я куда знаю. Ну, давай, бейся. Ну, да, вот ты бейся. Я буду...
Бита? Ну съебать сидеть, блядь. Ну а я что буду говорить тебе? Если не... у меня десятка, ты расскажешь. Да, она. Король! Ну все тогда. И тут сказали. Да ничего себе, козырей набрал, блин, как чё обожрался. Алло! Лера, ты я! Где Иринка? Трезвый я! Да ни хрена я домой не могу уехать даже, денег на машине дают. По 500 рублей на 10 дней на питание охренели уже. И домой как-то обидно ехать без денег, и денег не дают. Ирин, нам 1000 еле дают, мы не можем. На питание я упрашивал 1000. 4 дня с 1 по 5, ты понимаешь? Там вообще кошмар. Как там мать, чего там, небось, с ума сходит? С ума сходит. Падла, ты виновата, Ирина, блядь. Помнишь, я первый раз, когда сюда поехал, говорю, ненадежная фирма, помнишь? Вещи все собрал. Нет, первый раз, когда вахту отработал, помнишь, со всеми вещами приехал? Говорю, не надежно что-то там. Помнишь? Да нет, поработал там еще. Вот теперь все нахуй, я тут лежу в холоде, бля. И жрать нечего, блядь. Если сейчас я получу хотя бы 1000, я, наверное, блядь, или работу сменю, или к матери поеду, блядь. Поняла? К тебе? Ладно, не трепать нервы, просто я тут нервный Марин стану уже скоро, извини. Алишер, он то уехал уже отсюда, помнишь, Алишер бригадир был? И то уехал, 16 тысяч нашел себе на дорогу и уехал, ты понимаешь? Не дождался денег. Мне давно надо было уезжать, я бы уже давно устроился, давно бы уже возле дома получал бы деньги. Блять. Ладно, я приеду, наверное, скоро. Я посмотрю, как они отнесутся на этой неделе, что будет, поняла? Пока. Все, это у меня уже вот тут вот стоит.
Кто-то не работает, а тут и есть. Включи, студент. Живой? Я еще не умер. И не собираюсь умирать. Зачем? Так, здесь вот... Рановато. Работаешь, деньги не дают, что так? Лучше умирать, а собирать надо. Да? Рановато мне еще. Никто не спорит, не спрашивает, где ты, что там. Лучше умирать, деньги не дают никакой. Даже аванс, как ты... Если я пойду, надо дать, мне же все дадут. Не дадут. А когда я зачем бегал, блядь? А на пятихатку, чтоб... А зачем? Не умер, да? Из голода. А кто-то еще умер, это еще узнать надо. А жить еще можно? Если я вот эту растоплю, краник оттает, там. Там же жарко будет, да? Бля, чем тут не занимаешься? Жена говорит, держись, блядь, пока. Не рыба, я один. На то он и воробей. Бля, Саня, тебя разбудить, это вообще, бля, тут сам себе подсырает, подсирает. Она туда что-то нихуя идет. Вот это как раз не горело, бля. Блядь, пиздец. Короче, я ищу электрик, нахуй. Короче, слышишь? Не еби мозги, есть простой плафон, нахуй. А? Надо только патрон, блядь. Найдешь? Да лампочки есть, нахуй. Лампочек море, патрон, нахуй. Где патрон дать тебе? Патрон может быть, хуй его знает. Лампочка так долго. Слышишь? Я что должен все за тебя делать, блядь? Хуй. Не там.
Не то. Ладно, может, где найдем потом. Совсем не то, да. Блядь. Ладно, занялись. Пошли. Какой? Работать сейчас пойдем. Не, подожди, что ты, без света? Да хуй с ним. Что, не патрон? Патрон. Ну нахуй, не надо. Да как обесточить? Вот именно. Может, а? Я хуй её знает. Посмотри. Теперь вот этот ног. Врубал. Это свет. А дальше? Блять, болты. Хуй. Один есть, второго хуй. Вот он, блядь, и не горел, ни хрена, его твои хуй вкручивай, чё. Это хуйня. Сюда провод замотаем, сюда крутим. Пошли. Чипало два вам. Да, блядь, я попробовал чем-то сунул, нахуй. Твою мать, а. Изоленты тоже нету, да, Сань? Не, изолента вообще здесь на территории, блядь, проблема. Блядь, понял. А нахуй, говорит, вы приперлись. Да сюда, а работать я не хочу, пиздец. Что делать будем? Что, работать идем? Давай воробья ждем, пока, блядь. Пока воробей поест, нахуй. Как раз будет вечер. Сейчас чая попьет и можно спать, да, воробей? Да. Хули, час временно. Куду три часа осталось. Давай быстрее, воробей. Хорош тебе чай принять. А ты, а я что? А я холодного буду пить, блядь, всё, хрена. Он уже не холодный. Да пошел вон. Слышь, по-моему, сегодня работать не судьба. Да не, пойдем. Ну идите, блядь, я быстро это делаю и приду. Вот, ну-ка, блядь. Потом придете, разбудите, да? Да. Нахуй. Вот ты льёшь! Пиздец! Поднять, подняли, разбудить забыли. Ну, льёт месяц. А он сейчас пока кружку попьёт, чайник остынет, уже кипятить надо. Пока закипятит вечер, на. А все отсюда давно уже ослиняли, блядь. Остались только те, кому деваться некуда, нахуй. Давай, одевайся, воробей, пойдем, сходим, нахуй. Да мне это заебало нахуй через зуб. Надевайся. Я уже и работу, сука, не хочу. Ну хули, если остались, давай. Хули сделаешь, давай 25-го дотерпим. До 25-го осталось. Столько уже работали бесплатно, что ж теперь? Хуй тут осталось 10 дней. Ну сколько можно это бесплатно работать? 10 дней нахуй дотянем, а потом забьем на все хуй. Вот и все. Это дам образы. Блядь, как я нихуя ничего не нахуй-то сделал, сука. А надо, малой. Пошли. Надо, блядь. Давай, ладно.
Бей! Неси-ка домой. Да ну куда, Юля? А я не хочу ее пойти. Ну лом вначале стоит, принеси, ёпта. Вот губа не грубо. А вот куда у вас? Металл лежит с вагона. Я порежу нахуй, лёю в ковш нахуй. Свезли, сдали нахуй, уже на проезд будут деньги. По-любому. Так он обесценился, бля. Хоть как хочешь, то 5 тонн металла все равно будет. 50 копеек, блядь, килограмм. Ну и что? 2500 нахуй. 2500, пускай даже на пятерых нахуй. И то деньги, блядь. 29-го я тебе еще раз говорю. Потому что если ты до 29-го дернешься с этим металлом, блядь, все скажут, ебаный рот, спиздите его нахуй. Привет, ма. Как дела у тебя? Ничего. Ну, там еще дошибем. Может, что дадут, ма, не знаю. Если не дадут, то я приеду уже 127-го, да со слова будут распускать. Ну, тогда хоть на дорогу и приеду. Ну, ничего себе, ма, что так расстроишься. 4 вахты, 50 тысяч. Только, блядь, на бумаге. Ты понимаешь? 4 вахты, говорю, 50 тысяч, и все только на бумаге, ты понимаешь? Ничего нам не дадут. Скорее всего. Может быть, у тебя последняя надежда на ту неделю, понимаешь? А, Мата, знаешь, сколько здесь обещали? 7 октября. Все будет хорошо, не срывайся. Будете денег зарабатывать нормальный. Все будет хорошо. А в итоге, мне-то хоть 300 рублей на дорогу доехать до дома, ты понимаешь? Так одежи, блин, я хрень, я думал, тут заработаю хоть одеться, ты понимаешь? Ни хрена. И слушай, ма, мне-то хоть 300 рублей на дорогу, да, я доехал. А здесь узбеки попали, им 16 тысяч на дорогу, все, в заложниках сидят. Ты прикинь. Ё-моё, один вот беспризорник со мной живет, малый. С Комсомольска на Амуре его черт принес сюда. Без паспорта. Может, правда, что дадут. Хоть бы 10 тысяч дали, ничего мне от них не нужно было бы. Ма, опять обещают, опять. Это обещание я уже 10-15 раз слышу. Всех. Ну, к нам вот должны. Ну, понадеемся, ма, последний раз. Мне терять уже нечего. Правильно, все. Ладно, пока не болей. Когда тихо звук, потише звук, нормально. Ничего, все будет хорошо. Привет, по-моему. Только считай, родные. На данный момент больше ничего. Ты поддержишь, так. Ничего у меня есть, это щебенка. Ошибка жизни, блин. Блядь, хер там чего. Этот, блядь,
Я смотрю, воды сколько там. Не, я самое позднее, 27-го, в следующую субботу от них буду ебать. Ёбаный урод. Тебя раз не дают, да нихуя. Бля, хоть бы 10 тысяч дал. Ёбаный, 10 тысяч хотя бы дал. Чтобы выкрутиться, приехать домой нахрен с этой фигни и по новой начать работать. Хуй больше Москву пойдут. Дают мне свободного времени. Опять попал, всё. Да, забрать. Что ты взял, да? Блядь! А я бы родился в Москве? Я бы уже работал. Ну извини меня, если бы, я тоже не родился в Москве. И что теперь? Если бы. Надо исходить из того, что есть. А мы не родились в Москве. Ну, представь, а кто ты родился в Москве, правильно? Ну представь. А кто родился в Москве, здесь не работает. Идиот. На щебенке. Ну это уже понятно. Уже я бы здесь был, а не работал. Ну понятно. Ну, Саня, ты уже какую-то хуйню понес, если бы. Ну, не родились мы в Москве, ну что теперь? Я кто ли ты, ну, комсомольск? Ну, прикинь, а в следующей жизни я лежу в Москве. Понимаешь? Чего в следующей жизни? Саня, или я поддатый, или ты поддатый, блядь. Ты что, в следующей жизни родишься? Ты что, хуел, либо я поддатый, либо ты, блядь. Какой в следующей жизни ты родишься в Москве? Ебать, Саня, ты, блядь. Либо я выпил пиво, либо на тебя действует перегар. Может, в следующей жизни ты лягушонка будешь. Ой, блядь, попёр. Я не мечтаю так, чтобы я родился в Москве, блядь. Я не мечтаю об этом. А о чем? Идиот. Идиот мечтает только до дома добраться, идиот. Мне-то хрен ли. Мне вон и паспорт, и все. Ну вот, я тебе бегаю совсем другое. Я тебе не имею в виду, что я в следующей жизни рожу, а в Москве. Я знаю, я может, не в Москве рожусь, блядь. Ой, блядь, Саня, блядь, ты... А тигром каким-нибудь, или собакой, правильно? С тобой не соскучишься. Правильно? Ты когда зачирикаешь, так пиздец. Ну, воробей. С тобой не соскучишься. Буду вспоминать тебе. Наверное, вас не будешь мириться. Саня еще малой.
я показал бы тебе, я тебе малого бы. А? Слова попроще выражайся, блядь. Малой я, не малой, блядь. Мне что, 5 лет, что ли? А что это, обидно, 19 что лет, что ли? А обидно, что малой? Ну, мне что, 17 лет? А мне не 17, не 10. Ну ты выражаешься как малой, тебе только поиграться. У тебя проблемы, хуй выше крыши. А ты все, блядь, играться, хуяться, ты не думаешь о будущем. Как тебя называть по-другому, как не малой? У тебя проблем более, чем у нас, блядь, у всех вот взятых, блядь, с этой щебенкой. Ты как тебя еще называют? И это не обидно, малой, ты, блин, ласково наоборот. Тебя так все называют малой, потому что ты самый младший. И что, блядь? Ну, она обязательно малой, блядь. А мне эта песня, ты же знаешь, что, сколько дней? Малой, не малой, блядь. А мне похуй. А. Я не малой, блядь. Все, хорош, Саня, я с тобой разговаривать не хочу. Я тебе сказал, 2000 тебе помогу, более нет, блядь. И ты еще, блядь, сколько вещей моих притаскал, еще помощь тебе хочу, и ты еще, блядь, еще на меня будешь орать. Я в рот. Я за 6 часов вечера буду дома, блядь. Париться в бане, блядь, пить вино нафиг. А ты, блин, еще неизвестно, блядь, где будешь, блядь. И хуй с тобой созвонишься. Телефона у тебя нет. Вот поэтому хочу Маратов телефон взять. Ну, тебя спрашивают, блядь, а ты все, блядь, неблагодарный. Мало ему обидно, блядь. Пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. На, тебе 10 штук таких дадут. Ты вообще богач, по идее, ёмнуру. Она мне только там уже снимать надо будет. Да, дурак. А ты когда ехал в Москву, ты знал, что у тебя такая сумма там на счету? Нет? А как ты сейчас? Мне уже потом сказали, блядь. Ну, тебе там же сказали, что такая сумма, да? И нахуя тебе поперло в Москву, там 70 тысяч дома было? У меня была настоящая книжка. Ну, я пошел в Сбербанк и сказал, что я потерял. Ну, и что сделали далее? Мне дубликат книжки. Ну, и что? А я снял ее, здесь ее потерял, а у меня там еще лежит настоящая Сбербанка, а не теряная. Ну и что? Я сделал дубликат. Я мог бы их все снять и проебать их все. Неизвестно как. Не знаю. Ты не пьешь же. Как ты мог проебать? Ты же не пьешь. Бесполезно объяснять. Вот тебе тоже интересно, как ты мог проебать? Да я тебе примеру говорю, блядь. Проебать мужа, а хоть как угодно. Уронил, не заметил, украли. А, так? Ну да, ну еще так, блядь. Ну зачем ты поехал в Москву, если у тебя 70 тысяч на счету, я не понимаю, бля. Ну я бы не поехал в Москву. Я бы что-нибудь в доме покупал. Вот он там. Либо я тебя не понимаю, либо ты без. Ну смотри. Ну вот как, а как понять? Он там есть Сбербанк России. Сберегательная Российская Федерация, это как понять? Сбербанк! Да, России. Российской Федерации! Ну правильно, но сразу снять ты можешь только у себя. Филиал, там фу, написано, блядь. Чужой филиал, это не твой, ёбаный рот. У тебя там нет на счету ни копейки. Вот. Ты загибал, воробей, у тебя там нет на счету ни копейки, у тебя там, самой на Амуре, блядь, в твоем филиале. 70 тысяч, из карты говорить. А на дом в Москве сниму. Бля, ты загибал, ты снять можешь только у себя. Я знаю, блядь, ты не понял нихуя. А к чему ты клонишь этот банк? Потому что это, а там было написано, уже в конце было написано,
А там было офигенно струменский. Ой, бля, Саня, ты мне голову заморочил. Ну и нахуй. Академическая. Там, и так она болит. Вот. А в конце было Сбербанк России. При чем здесь Сбербанк? Сберегательный банк. Почему мы Сбербанк взяли? Российская Федерация. Я начал 70 тысяч, что у тебя на счету. Ты можешь снять. А я тебе заканчиваю Сбербанком. А я понял, что там, что есть Сберегательный банк Российской Федерации, а то, знаете, там, понимаете, со всей России. Российской Федерации. Ёбаный в рот. У меня есть сберкнижка. У меня написано на второй странице. Филиал такой-то, такой-то. Ты имеешь право снимать в этом филиале только деньги. Но нигде. Я не могу даже в Кирейс поехать в районы города и там снять. Не могу. Потому что мне в Липке только свой филиал. Я могу там снять. У меня там счет. А ты знаешь, а самый главный банк России. Блядь. Все, Саня, хорош. Нахуй про банк. Не, ну он не понял вопрос на них. Я тебе он не даже понял. Не знает. Ему одно, он другое. А я понял, что там... Я тебе про Петрова, ты про Сидорова, ёбаный рот. А я понял, что у себя могу снять. Ну, все. А я тебе объясняю другое. Что? А могу ли я в Москве снять? Нет, я тебе про это объясняю. Ты можешь только у себя снять в своем филиале. Алло, Лев, Иринку давай. Все, короче... 35 мне начислили, не дают 35, все по 20 дали там. Гребаный в рот. Не пизжу, ёпта, хочешь перезвонить, тебе еще Дианин телефон дам. Слышь, Ирина, 35 есть, но я не получил 35, всем по 20 сам большой дают. Короче, не, ладно, не пизди нахуй, а то я вообще не приеду. Слышь, короче, бутылка на столе будет, тебе вчера Левка говорила? Будет, так что все, не пизди, блядь, и давай, я приеду вечером на такси. Все, не ори. Ебал эту щебеночную перевал. 35, я тебе, блядь, дам 35 нахуй. Звони Диане, блядь. Я сам по 35 был доволен, блядь. Хуело, блядь. Недовольно, блядь. Блядь, что за баба так устроена? Чем, блядь, жадность у них, блядь, давит всегда, блядь. Езжай быстрее, блядь. Я говорю, мне надо с Маном проститься, блядь. Пошла ты нахуй. Сколько я тут пережил с ним. О. Так. Про тебя спрашивали Диана с Эдиком. Пододелся ты, не пододелся? Ну все, я попрощался с ними. Ну я давай. С пацанами не могу прощаться. Давай. Юй. Ладно. Бля. Я тебе дорожка в попу ветерок. Да. Ну и погнали.